Здравствуйте. Да, здравствуйте, друзья. Мы с вами находимся в... Можно сказать, что это русский мебельный магазин? Да, конечно, мы гордимся, что есть магазин для русской диаспоры. То есть под вкусы наших ребят. Который называется «Авитекс». Да, но дело в том, что сейчас вкусы наших людей разнообразны. Так. Мы подтягиваемся, очень много хай-тека и всего. Точно сказать, что это вкус только наших русских людей, я бы не сказала. Это просто красивый вкус. Так. Это мои слова. Я могу сказать, что когда мы искали вот там мебель современную, и это было несколько лет назад, и мы на интернете там смотрели, хочу сказать, что ваш магазин выходил первым там по всем поискам. На Modern Furniture, на Contemporary Furniture, на Russian Style, там еще что-то. Это очень приятно слышать, потому что когда мы приехали в Америку, моему сыну было только 12 лет. Так. И это его работа. Он первый сделал по всей Бэйри, мебельный магазин по Бэйри. Я знаю, сейчас открылись какие-то многие магазины, многие да. нас копируют, но на самом деле это наш сайт, это полностью наша работа, это... Сейчас он уже взрослый парень, ему около 28 лет, и у него свои компании, но когда-то он в числе из первых создал этот замечательный сайт. А что, вот, что у вас самая ходовая штука? Вот что народ больше всего любит? Ой, конечно же, диваны и кровати. Это вот, вот здесь? Да, это уникальные диваны и кровати, которые на внутренних пружинах, которые служат очень долго. Наши люди любят. Вот, например, смотрите, вот эта большая секшена. Да. И вот тут написано Zero Wall. Что это обозначает? Вот там, представьте себе, стена. Очень легко открывается. Так. И не надо его отодвигать от стены. Он прям вплотную. То есть он не уходит у него. Тут ящик для белья. Так. И вы будете приятно удивлены, так. если вы узнаете, что вторая половина тоже открывается. И еще два дополнительных человека так. могут спать с этой стороны. Также этот уголок. Как спать, не понял. Ногами. Спать! Ногами. Вот так вот два человека спят. Так. Тут еще два человека спят. Ничего себе. Так. Да. И он легко трансформируется, также этот sectional sofa можно менять местами. Ткань, которая прекрасно чистится. Вот. То есть надо место иметь вообще, это, наверное, не для квартиры, все-таки это в доме нужно, да, такое? Нет, вот как раз это для квартиры, потому что все это компактно. Заносится в квартиру без подлокотников, все поступает как в виде матрасов, очень легко, и на любую, даже самую маленькую площадь можно поставить эту section. Ага. Но в случае, если такой вариант не подходит, у нас всегда есть queen size кровати, вот такой яркий красивый диванчик, он у нас есть в разных цветах. Вот так он готов. У нас, мы у вас такую покупали, у нас в Санта-Крус такая стоит. Да, все это на пружинах. Да, это да. Идеи, помнишь ли, да? У нас... Большой секшн да. Диванчик. Это диван тоже не надо отодвигать. Как обладатель такого дивана могу сказать, что это классная ну, штука. Ну как, вам нравится? Да. Для гостей. Тогда вы пользуетесь? Мы для гостей пользуемся. У нас когда у нас есть... Ну, сколько лет вы уже пользуетесь? Года два. А, года два. Ну, приготовьтесь, вы можете еще, наверное, лет 8 пользоваться. Ну, в зависимости, как вы им пользуетесь. От интенсивности? Мы не часто. Вот сейчас смотрите. Да. Сейчас у нас организовалась Queen Size Bed. Так. Видите? Магазин... Они там еще пристегиваются, подушечки, правда? Там какой-то да, есть механизм. Да, замочки. Замочки, вот эта да. подушка сейчас пристегивается. Для пристегивания. Я забыла сказать, что мы занимаемся стейджингом по всей Бэйри. Для реалстейтных агентов, да? Для реалстейта, до того, как дома продаются, мы делаем в любом дизайне, быстро, всего за один день стейджинг. То есть у вас должен быть какой-то склад с этим делом? У нас колоссальный склад в Бэйри, расположен в Бэйри-Сити. Подождите, а как далеко вы повезете мебель? Ведущих компаний дизайнерской, посмотрите детали. Где идет сочетание шелка, кожи, сваровский хрусталь, ага. все. Да, это уже хрусталь, выше цены. В смысле? Это очень высокий уровень. Это компания Айка. Ага. Это всемирно известная компания. Послушайте, а как далеко вы повезете? А, мы везем по Сан-Франциско Бэйри с бесплатной доставкой и сборкой. Так. Дальше у нас минимальная, значит, shipping cost. Угу. Идет, мы доставляем по всей Америке. То есть берут люди по всей Америке. Постоянно отправляем контейнеры в разные страны, потому что в Африку, Европу, в Азию мы отправляем, обставляем многие офисы и дома. Это просто у вас с веб-сайта покупают или что? А, сначала с веб-сайта. Некоторые люди прилетают прямо к нам в магазин, тут отбирают, какая нужна мебель. Угу. Мы ставим контейнеры. Мы находим для наших покупателей из других стран самые низкие цены на шиппинг. Так. Даем дискаунт на шиппинг. И такие цены они нигде не найдут на контейнерной отправке в другие страны. Угу. Полностью все пакуем.
делаем очень протектив упаковку, такую крепкую, чтобы ничего во время доставки не случилось. Это прямо на складе у вас все там, да? Все на складе, я, да. Я у вас там был на складе, мы что-то забирали, у меня большая машина, и мы подъехали забрать кое-что. Ага. Был случай такой, да. Было такое тоже. Потому что в Санта-Крус, и это вам далеко, то ли было далеко доставлять. Мы могли бы и доставить, но иногда покупатели, когда едут туда по дороге, они могут захватить. Я сам захватил, я видел этот склад, и там ребята... Значит, спасибо, да. Что вы остаетесь нашим все время покупателем. Ну, мы когда в Сан-Франциско попадаем, мы говорим, надо бы зайти вот там в Витекс. Я знаю, что вы очень известный человек, поэтому мне тем более приятно с вами иметь дело. О, спасибо. Вот. Мне тоже о вас очень много говорили. Да. Я как Василий Иванович местный. Так. Да. Смотрите, а это Италия. У нас очень много итальянских поставщиков, где маленький стол превращается в большой. И это компания Карибарис. Это классная штука. Ой, да, это изумительное качество. Это все делается из чистого дерева. Хорошо покупается, да? Да, оно очень хорошо покупается, потому что вот как раз русские покупатели считают, лучше больше заплатят, но возьмут качественный товар. Вот этим отличаются наши покупатели от других покупателей. Вы знаете... Это ностальгическая книжка. А, да, но это немножко другая книжка. Света углядела, да. Сделана из редчайших пород дерева. Это не ДСП и не МДФ. Это я правильно его раскрыла, или он еще сильнее раскрывается? Да, там нужно до конца просто закрепить. Вы сейчас будете приятно удивлены. Я хочу сказать ребятам, кто помоложе. Ящик для белья. Помоложе. В Советском Союзе такая штука. И тут откроется. В тесных квартирках. Да. Это было нечто. А вы покажите, у тебя такая была, дерево. Да, Свет? Какое качественное тут дерево. Посмотрите, тут все грейны видны. Да. Это не сделанный временно стол. У тебя дома была такая, нет? У меня секретарь был. Это нет, большой банкетный стол. Крепкий. Это же ящик. Сторож. $400. Да, пожалуйста. Этот же ящик есть с той стороны. С двух сторон такой сторож ящик, да. Да. Пожалуйста. Какой национальности этот покупатель? Мы приветствуем всех. Особенно мы любим покупателей из Индии, потому что они у нас очень много покупают. Ага. Скажу вам честно. Вот. Они своеобразные люди, они любят действительно разговаривать, они эмоциональные, потому что они восточные люди. Да. Пожалуйста, welcome. Любые люди нам отлично. Очень приятно. Ну, Марина, спасибо большое. Вот я могу вам сказать, что такое идеальный покупатель для меня. Давайте. Для меня идеальный покупатель, который много спрашивает, так. А мы ему отвечаем, так. И потом он получает именно то, что он хотел. Это есть такая концепция sale через education. То есть вот он образовывается, понимает, это просто способ продаж. Да, мы с удовольствием, мы образовываем всех покупателей, что сейчас модно, что нужно, что дешевле. И всегда наши покупатели – это наша семья. Ну, отлично. Приходите, пожалуйста. Спасибо большое. Было очень приятно.